36,6. Бьюти-специалисты на Советской измеряют температуру каждое утро, пока все в строю. Одноразовые маски и перчатки – новый обязательный аксессуар. Меняют каждые пару часов. Даже кофе от греха подальше клиентам подают в одноразовых стаканчиках. На ресепшене у нас есть маски, перчатки одноразовые, для того, чтобы каждый клиент мог себя обезопасить. Также антисептик, которым он может обработать руки. Интервал между желающими преобразиться увеличили до 10 минут. Тем не менее, проводить сокращение не пришлось. Парикмахеры, нейл-дизайнеры и визажисты работают в одном зале. Места достаточно, принимают по записи. Еще вчера здесь могли одновременно обслуживать сразу трех клиентов. Теперь же расстояние между ними должно быть не меньше 1,5 метра. Одно кресло временно пришлось спрятать в кладовку. Влажная уборка, проветривание, дезинфекция столов, стульев и инструментов. В парикмахерской на 50 лет в ЛКСМ в ожидании гостей марафет наводят каждый час. В последнее время людей стало меньше. Люди переписываются немножко подальше, на май месяц. Мы у людей уточняем, обязательно спрашиваем, были ли у них контакты с людьми, которые приехали с других стран. Воротнички и полотенца используют одноразовые. Если в ход идет многоразовый материал, стирают при 60 градусах. Заостряем внимание на вентиляционных системах и на кратности проветривания помещений. Салон красоты могут быть закрыт в случае выявления грубых нарушений санитарных правил, которые могут создавать угрозу жизни и здоровью населения. Сотрудники санстанции обошли все парикмахерские и салоны красоты города. Грубых нарушений нет. Всем дали зеленый свет. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.